Всем привет, дорогие друзья, с вами Таски, и добро пожаловать на первую серию по МТА, в которой я буду просто играть и буду там делать всякие, не знаю, всякие вещи обычные. И это из тех видео, которые я не буду там показывать, всякие лайфхаки, всякие лазейки и так далее. И цель сегодняшнего видео — пойти на БУ рынок и посмотреть, какие есть там машины интересные до 6 примерно миллионов рублей. То есть у меня есть в банке 400 тысяч сейчас. Если я продам свою машину, которую вы сейчас увидите, у меня будет там 800 с чем-то. Если я еще сделаю там еще часик по работе, у меня будет миллион. И во вкладах у меня там 4 миллиона. И после окончания вклада будет примерно 5400, где-то такое. Где-то так. Так что я могу рассчитывать там сумму до 6,5 миллионов рублей. И вот моя машина. Это моя рабочая лошадка, купил ее за 240 тысяч рублей на БУ рынке. У нее обвес за 250 тысяч, диски за 80, резина за 60, по-моему. Ну, достаточно хорошая машина. Пошел дождь, классно. Выглядит хорошо, мне понравилось, есть винил такой четкий. И вначале она была дрифтовая, то есть именно чип был дрифтовый, я сменил. Я поставил обычный, то есть, ну, как обычный, это драговый, у меня была М5E60. Я ее продал, это было еще, по-моему, в ноябре где-то, когда я играл, нет. Это было в сентябре, когда я играл более-менее активно, даже не в сентябре, а чуть раньше. У меня был чип, на который я на своей М5E60 уделал М5E90 на драге. И на этом чипе я реально выиграл М5E90 на М5E60. Вот он настолько быстро разгоняется. Но тут маленькая максималка. Поэтому я могу затестить этот чип на какой-нибудь, не знаю, там, ГТР купить, например. И играть там, и проверять его. Но я не знаю пока что. Не знаю, что делать с этими деньгами. То есть, с одной стороны, хочется подкопить, там, что-то брать. А что дальше? Что мне взять? Гелик? Ну, мне неинтересно. Стильные пацаны. Бандиты, да? Ясненько. А еще? Все, пацаны из 90-х. Так, убираю тачку и захожу. Сейчас. Увидите, что у меня там 400 тысяч. 6 тысяч у меня на руках. Машина 200 тысяч стоит. И управление вкладами 4 миллиона. Все. Пойду сейчас в автосалончик, то есть на любом рынок, и посмотрим, что есть интересного за 6 мультов. Я больше всего склоняюсь, чтобы купить там BMW M2, либо же GTR, потому что BMW M2 мне достаточно сильно нравится эта машина, просто по внешке. Я смогу прикрепить вот сейчас скрин, вы увидите на экране, какая у меня есть M2 в Forze. И не знаю, почему она мне очень сильно понравилась, когда я увидел, что тут добавили диски Rotiform, как там в Forze, я вообще офигел. Тут вообще половина моделек это из Forze, даже та же RS6, по-моему, такая же в Forze. Тут много чего из Forze. Так, тут ничего интересного. А Camry 3.5 сила, вещь. Что? Мне показалось сначала, что у нее нормальные красивые номера, но нет. В дорогих тачек обычно на БУ рынке есть всякие красивые номера. Сейчас я выпью чуть-чуть водички, а то у меня уже язык начинает заплетаться. Кайф. Кстати, этот Dodge тоже хорошенький. Мне понравился. Смотрите, как у него горят фары. Просто офигенно. Это еще это демон. Вот. А еще поворотники, смотрите. Офигенно. Мне нравится реально. Но 7,5 ляма для чего? Какой смысл? Так, что тут еще есть? Я хотел, кстати, мотоцикл купить. Я еще в группе там спрашивал, какая максималка у Хаябусы, но мне сказали там под 400, но не знаю. Кстати, я бы его взял, этот иксенок, но у меня нету денег. Бомж. Кстати, 8 миллионов... Только 8? Серьезно? Ну, 2 миллиона я легко заработаю, вообще-то. 2 лишних, которые, ну, то есть не лишних, а которые нужно.
Кстати, вот эта аудюха тоже достаточно интересная. Сейчас посмотрю, какие у нее поворотники. Она даже стоит очень мало по сравнению, сколько стоят другие. А-а-а. Даже так. А вот и две конкурентки. Самые главные на место в моем гараже. Это М2. Такая маленькая, такая красивая машинка. Я не понимаю, как они ее так сделали. Хотя мне сначала не так уж она и понравилась. Ну так, нейтрально. Хотя М5,60 вначале мне тоже не очень ей нравилось. Ну, сейчас, о, так вот. Красиво. Я как любитель еще BMW, я больше склоняюсь к М2. Хотя у Дюха они намного внушительнее, как-то выглядит более, как будто она дороже. Она, по-моему, в реальности как бы и дороже. Хотя нет, кстати. М2, у них та же самая цена, по-моему. Окей. Проверили. Сейчас посмотрю, что там еще есть. Достаточно интересно. Кстати, Супра, ну не знаю прям. Я уже устал от этих корчей всяких дрифтовых, там, всякие марки, чайзеры, не знаю уже, просто не могу их уже терпеть, постоянно вижу, постоянно у меня весь инстаграм фотки там с чайзерами и все это. Вот, кстати, Хаябуса, это и она, да, 600 тысяч, а валит под 400 на чипе, ну, стоит попробовать, я думаю. У меня там, по-моему, в 16-м где-то в году, когда еще этого БУ рынка даже не существовало тогда. Я купил из салона, тогда продал, по-моему, какую-то тачку там за 2 ляма с половиной, я помню. Или у меня была М5,60, я ее продал, купил и 39, купил еще какую-то тачку, либо да. И у меня был дом. Раньше, кстати, дома стоили очень мало, я там, ну, по сравнению с сейчас, у меня был дом возле такси, он стоил 300 тысяч. Уай, какая же она красивая, просто офигеть. Офигеть, реально. Как будто реальный цвет, именно как оригинальный М2. Это копия, типа. Офигенно, это еще Competition? Вроде бы. Чем я там говорил? Я опять забыл. Так, стоп. Сейчас. Что я говорил о чем? А, точно вспомнил. Короче, у меня были все эти машины, все такое, кстати, там F10. Сейчас посмотрим. Кстати, вот еще M4. M4 я вообще ненавижу. Кстати, M4 вообще мне. Вот. Именно такая, вообще ее не люблю. Не понимаю, как люди ездят на нее, на ней. То есть она прикольная изнутри. Но снаружи мне вообще не нравится. Вот Competition просто. Лялька прям. Или не Competition, там это GTS, я не помню. Но она прям вообще очень хорошая. Но M4 обычный мне не нравится. M3 нравится, M4 так себе. Кстати, M5-F10 какая-то очень дорогая прям. 6 миллионов. Я бы не отдал. Не знаю, я не очень сильно люблю M5-F10. Опять же. Классика. Это Чайзер, да? Да. Так вот, я тогда продал, по-моему, моцк, у меня был там мод какой-нибудь, ну, там за 150 тысяч, я помню, я купил себе Кавасаки. Я не знал, как его чипа... Шо, почему я пошел внизу? Я не знал, как его чипануть, и из-за этого у меня получилось так, что я просто взял его, продал через 15 минут. Это он меня так сильно выбесил. MGGT, ну ладно. Кстати, вижу очень часто, прям очень часто эти SLS-ки, но я не хочу. Мне не нравится. Кстати, воу, какая-нибудь прорисовка четкая. Офигеть. Ну, не знаю, прям Shelby это один из последних вариантов, если у меня вообще не останется выбора, не знаю там. Или если будет прям очень хороший вариант там с номерами что-то. Оу. Вот еще одна красотка. Так, что тут еще есть? Кстати, вот такой вот у меня такая слива. Что? Привет, 2.2 мотора. Так вот, у меня вот такая вот слива, но у меня еще в обвесе, там все это там. Все красиво сделано. Кстати, вот Чайзер. Не знаю, ну не хочу я, не хочу.
Вот такой вот Rolls я бы взял. Вот он прям красивый. А у него отодвигается этот значок? По-моему, нет. Или да. Я не помню. Можно проверить, но пока я буду разбираться. Кстати, я заметил, что если это Феррари, она вообще ужасная какая-то. Что у нее за тюнинг? Что... Реально есть такой тюнинг в реальности у Калифорнии? Зачем вообще какой-то рокетбани там добавлять? Не знаю, у каждого свой вкус. О, красавица. Это типа... Как называется? Пародия на Edition One. Там у Edition One там цвет чуть темнее. Опять камрюха. Одни и те же машины, я не понимаю, как будто нету других. Кстати, М3. Кстати. Можно, кстати, такой вариант. Я продам... Я даже сейчас могу это сделать. Продать, могу продать эту, как называется, сливу. С13 за там 200 штук, там подзаработать еще сотку и купить себе М3. Не знаю, я не очень сильно фанатею от Е46. У него фары какие-то странные на CCT спереди. Опять же, мотоцикл это Дукати. Да, это Дукати. Кстати. Лансер. Да, у меня был Лансер один. У него были, кстати, по-моему, я даже помню номера. ESM 016. 97-й регион. Это я помню. Это было 2 года назад. Кстати, что это? Это СЛСК. Не хочу. Вот на РС-ку я бы поднакопил. Ну реально, вот прям хочется просто взять какую-нибудь тачку. То есть оставить те деньги, которые там у меня во вкладах, просто их оставить, там накапливать, но при этом накапливать уже другие деньги, как будто другой кошелек уже личный. То есть, ну как личный, ну просто другой кошелек, который я буду покупать там тачки всякие для своей нужды, там квартиры, я не знаю. И как-то так вот сделать, но я не знаю пока что. Я еще не уверен, что я хочу сделать. Кстати, СВР-ка. Тут опять RS6 на белорусских номерах. И... Ну, гольф это вообще не вариант никак. Опять Шелби. Еще, кстати, если я найду какой-нибудь... Если я найду какой-нибудь Шелби именно на... Или что-то из этих машин, которые я не очень сильно хочу их купить, но если у них будут нормальные, красивые номера, я бы... Тогда я ее возьму. Например, я F10, например, найду тут с красивыми номерами. Так я ее сразу куплю. 5 миллионов стоит? А почему я всегда думал, что там почти в 2 раза дороже? Сейчас я опять выпью водички, это у меня что-то... С голосом все плохо. Кайф. Красивый, кстати. А, сейчас покажу фишку, кто не знал. Да, я думаю, все уже знают, но я такой... все равно вам покажу, что у него за номера. А, точно. Вот, сейчас. Опа, система. Красиво. М5 F90. Вот я бы ее так сделал, если бы я купил... Что у нее за номера? Ой. Были вот... Вот я вам сейчас серьезно... Что я сейчас сказал? Я вам сейчас серьезно говорю. Если бы у меня сейчас были эти 6 миллионов, я увидел ее, я бы сейчас пошел на... Вот видите, у меня сейчас 2 часа ночи получается. Ну, тут на 1 час вперед. Если бы я сейчас увидел ее, у меня были бы эти бабки, я пошел просто и сделал. Я бы сидел, сколько там нужно ради 2 миллионов. Ну ладно, 10 часов, что-то много. Не. Там 4, там 3 часа. Я бы их просидел просто, чтобы купить ее, чтобы никто ее не взял. Ну это прям. Вах. Прям красавица, прям. Уф. Красиво. Еще такие номера. Опять же, Иксенок. А, у него такие типа номера. Такие же номера, только наоборот, ну почти. Ну, не знаю. Я бы его тоже, кстати, бы взял. Q7 нет. У меня еще... Нет, какой-то салон непонятный. У меня как типа... Ну, я же играю там на CCD там с июля 2016 года. И поэтому у меня, понимаете, до сих пор есть какая-то обида на эту машину. Потому что... Раньше у всех всегда был выбор. Либо... Что?
Либо ты покупаешь это рейндж, какой академика. Вау. Что тут за тусовка, пацаны? Я тоже хочу. Так, со своей музыкой иди отсюда. Я 60, кстати. Может быть, я опять взбешусь и куплю себе Е60. Короче, я конкретно не знаю реально, что делать. То есть, ну, реально, я пока что еще не уверен, что я хочу. С одной стороны, хочется нормальную машину, там, какой-нибудь ГТР иметь. И все равно, то есть, ну, куплю этот ГТР, и что дальше? Что я буду там опять идти на работу постоянно и там работать ради бензина? Ну, меня это уже бесит, я не могу. А, ну так вот, я хотел, вот я вспомнил сейчас. Я играл с 16 года, я всегда был выбор у всех. Либо ты покупаешь за 2 миллиона 400 рейндж, как у академика, либо ты покупаешь за эти бабки. Как называется? Ну, этот, Audi Q7. И всех обычно выбор падал на рейндж, потому что Audi была очень сильно прям некачественная какая-то моделька. Ее заменили, но все равно у меня, знаете, прям в душе до сих пор осадок остался, что она некачественная, она прям вообще говно. Ну, не знаю. Может быть, когда-то я попробую ее купить. Но это уже совсем другая история. Почему у меня снижается максималка? Потому что мы в городе точно. Серьезно? Ну ладно. Ладно. Если куплю этот ГТР, то реально, ну что мне с ним делать? Что потом мне делать? Опять идти работать? А так я могу оставить там эти деньги на еще годик, например. Что здесь происходит? Тут биржа? Я еще не был, кстати. Там могу еще оставить там, например, на годик, там накопиться миллионов 30, и тогда можно уже снять там и кайфовать полностью. Но я не знаю. Еще нужно решиться с этим. Если вы, кстати, играете на третьем сервере, я забыл это указать, я играю на третьем сервере CCD, там справа снизу видно. Вы можете мне еще помочь, кстати, деньгами. Так, просто беру и байчу. Ой, сорян. А, ну, он АФК, так что. Чувак, 1000 часов, он... А, рву себе, ну ладно. У меня опять топливо заканчивается, у меня 6000 рублей. Бомж. Я, конечно, ни у кого лично там не прошу, типа, давайте, идите мне, дайте денег, я такой, дайте мне, пожалуйста, там, ну, кто захочет, кому не жалко денег, просто вы сможете мне помочь. Потому что я очень сильно, я играю реально с 16 года, у меня максимум, что у меня есть, вот эти вот 5 миллионов, и все, которые даже еще не вышли, и это слива, понимаете, я столько раз, вот, я могу вам рассказать историю про казино в другом ролике, как я там проиграл вообще все мои деньги, но это реально достойно отдельного выпуска. Сейчас я сменю в настройки, опять же, чтобы не был, чтобы был только один, то есть выхлоп был только с одной стороны, а я забыл, где флаги модели, да, вот. Все, пацаны, вроде бы я вам рассказал все, что я хотел. Кстати, кристаллики нужно пособирать, но я не вижу в них смысла, кроме как сменить ник, а мне ник мой нравится, ну, нормально. Кстати, если вы хотите меня встретить на сервере, вот мой ник. Еще, кстати, я еще не определился, снимать либо на CCD всего лишь серии, либо снимать на Redmire, либо же снимать и там. По-моему, не знаю, там, администрация, может быть, будет против, если буду там и там снимать. Я не знаю. Кстати, можно подъехать в Баурен к салону мотоциклов. Так вот, что я хотел сказать, пацаны. Мою мысль я вам рассказал, что я там, да как, и что я хочу, что хочу я там сделать. Потому что у меня был, по-моему, только два ролика по CCD. Или один даже, один. И там я рассказал про вклады, такой серии там в МТА, чтобы я там снимал, просто как я еду, там катаюсь где-то, такого не было. Сейчас зайду проверю, сколько тут что стоит. Ну, очень мало прям мотоциклов, это реально обидно. Почему не добавляют что-то нормальное там больше? Я помню, ну, даже в той же, вообще-то, оригинальном
Что нет, кстати. В оригинальной GTA-шке намного больше моделек. Там как минимум одна полицейская. Три, по-моему, да, три, как, три, либо две, либо три обычные спортивные. Там, по-моему, еще один-два вида скутеров и все это. Санчесы всякие, то есть мотокроссы там. Не знаю, что они там сделали, но... Тест-драйв 3000. У меня, кстати, есть. Кстати... 9000, вы офигели, что ли? 6000, какие 6000 ради тест-драйва? Короче, сейчас я несу уже бред, не по теме. Короче, если вы досмотрели до этого момента, то пишите в комментарии, что мне сделать. Накопить бабки и купить себе нормальную тачку и кайфовать от нее. Либо же сразу просто взять и купить себе какой-нибудь ГТР и все. Дальше не будет никакого прогресса, не смогу вам ничего показать. Показывать, короче. Будет интересно прочитать в комментарии, если вы напишите там что-то там, как решить эту проблему. Думаю, вы меня поняли, что да как. И все, выпуск подошел к концу, как бы мне больше нечего там сказать. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорой встречи. Так вот, в конце вам сделаю. Опа! Привет, привет, привет. Все, до скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока.